четверг на площади Ленина ивановские коммунисты провели пикет против коммерциализации образования. По мнению красных, подушевое финансирование, введенное в нашем регионе в качестве эксперимента, положительно повлияло лишь на зарплаты директоров. Учителя же, в особенности сельских школ, от этого страдают. По мнению коммунистов, негативно нынешняя система сказывается и на высшем образовании. ЕГЭ, которое сейчас проходит плечом по стране, оно, к сожалению, уничтожает, снижает уровень поступающих студентов на голову. Я вам как преподаватель скажу, что с каждым годом каждый новый студент должен по своему интеллектуалу. Фракция КПРФ в Государственной Думе предлагает свой закон об образовании, который требует сохранить стандарты и который требует улучшить качество образования. Кстати говоря, скорее отменить ЕГЭ.